В этом году впервые ветераны ВДВ отошли от традиционных шествий и митинга на площади Победы. Причина – пандемия ковид. Но не надеть голубые береты в этот день они не смогли. Тем более воздушно-десантным войскам 90 лет. И у Лабинской ассоциации ветеранов-десантников тоже юбилей. Нашей организации города Лабинска, Лабинского района, сегодня исполняется 5 лет. На базе нашей организации открыты класс в 7-й школе «Юный десантник Кубани», который занимается подготовкой молодежи в армии, в учебные заведения. Всех поздравляю с праздником вас, всех буквально. Желаю всем здоровья, счастья и удачи. Юбилей образования ВДВ приурочили отчетное собрание Ассоциации ветеранов-десантников. А рассказать есть о чем. Председатель ассоциации отчитался за 5 лет, выделил главное – победу в конкурсе президентских грантов и военно-патриотическое воспитание молодежи. Глава района поздравил лабинских десантников. Уважаемые товарищи десантники, уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, поздравляю вас с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск. Желаю вам здоровья, счастья, голубого мирного неба. Вся Россия, весь Лабинский район гордится вами. Вы элита вооруженных сил Российской Федерации. Я благодарен Ассоциации ветеранов ВДВ Лабинского района за ту патриотическую работу, которую они проводят на территории Лабинского района. Спасибо вам за это огромное. И желаю вам здоровья, крепости духа, мирного неба, счастья и здоровья вам и вашим близким.